Кадры, которые мы получили только что. Владимир Путин проводит членами правительства совещание по экономическим вопросам. Глава государства призвал кабинет министров разработать меры по оптимизации расходов бюджета. Президент также объявил, премьер-министр Дмитрий Медведев планирует утвердить антикризисный план завтра. В течение недели документ необходимо обсудить с депутатами Государственной Думы. Как заявил Владимир Путин, прежде всего нужно обеспечить социальную стабильность. Знаю, что правительство в последние несколько дней активно работало над завершением подготовки антикризисного плана. И поскольку он так и называется, антикризисный, то мы понимаем, что он прежде всего должен обеспечить социальную стабильность. Но это возможно сделать, добиться этой цели можно только в том случае, если будут сохранены приемлемые параметры в экономике. Прежде всего, это связано с бюджетом, это связано с инфляцией, с уровнем внешнего долга, с сохранением резервов и так далее. То есть это все то, чем мы по праву гордились за последние годы. Это называется макроэкономической стабильностью. На этой базе нужно обеспечить и экономический рост, и как одно из условий безусловных, это привлечение частных инвестиций. Необходимо подумать, конечно, и об оптимизации бюджетных расходов с тем, чтобы, так как мы делали в 2008-2009 годах, с тем, чтобы на некоторые направления увеличить финансирование по некоторым параметрам, посмотреть, что можно было бы сделать в более отдаленной перспективе, имея в виду приоритетность. То есть нужно еще раз посмотреть на приоритеты.